вообще. Ау, ну здесь нет крупняка, да? Будет еще. То есть еще мы должны крупно снять главного героя, и он вот так отлетает, падает. Мы начинаем наш репортаж из одной из монтажных. Как раз здесь сейчас наш режиссер монтажа Марина Черняева сводит некоторые сцены. И вот мы как раз рассуждаем с ней на тему того, как каскадер очень точно и профессионально исполняют свои трюки. У нас фильм очень сложно постановочный, постоянно трюки, постоянно в движении. Вот пока еще не было ни дня, где не было бы каскадеров, они, во-первых, там вовремя должны поддержать. Например, мы отправляем там актрису в воду, в свободное плавание, там уже водолазы внизу сидят, ждут ее, плавают и так далее. Итак, зачем вообще каскадеры нужны в кино? В первую очередь, это исполнение сложнейших трюков, которые не боятся падать, и падают правильно, и красиво, сдержанно, как для кино сцены. Вот когда, например, удар лошадью Аверко. Каскадеры на нашей площадке – это одна из самых известных и лучших команд в мире. Тырже Куба – достаточно известный каскадер и руководитель всей этой компании, которая работала на одних из самых известных картин вообще в мире. Перечислять, наверное, нет смысла, да? И сколько уже? Много? Больше 500. Больше 500? Mm-hmm. И среди них более 50 – это категория А, которая известна на весь мир. Начиная от того же Ван Хельсинга, братьев Гримм, Хроники Нарнии, модификации Борна и прочих-прочих историй. Там, где они выполняли самые сложнейшие трюки и постановки. Ну, они делают максимально профессионально то, что делают во всем мире, они делают у нас. В фильме «Ви» много сложных постановочных трюков. Дополнительная трудность заключается в том, что в столь масштабных декорациях передвигаться непросто. И главное – найти точки опоры, на которые можно подвесить каскадеров. Тем более, что очень многие трюки, полеты, падения в фильме выполняют сами актеры. Конечно, постановками трюков должны заниматься каскадеры исключительно. Но иногда очень хочется. Есть у нас такие парни-актеры, которые трюки делают сами все время. Ну вот наш главный герой один из таких. Несмотря на то, что он отработал 85 фильмов в Warner Brothers, признан там ветераном, все равно по-прежнему какие-то вещи очень хочет делать сам. Чадов не смог устоять перед тем, что Джейсон Флеминг сам делает трюки, тоже встал. Съемки в самом разгаре, все горит, все горят. Как в аду. Вы слышали? Fucking hell, it's so dangerous. Oh my god. It was chance that they missed. Все было на волоске. Могло и плохо быть. Это единственное место, где можно было согреться. На этом блоке, в съемочном, который прошел в ноябре, у нас еще один актер отличился. Это Александр Яковлев, который играет одного из главных злодеев в картине «Таверко». Глядя на то, как мы молодые что-то там делали сами, кому-то что-то доказывали, он тоже решил трюки исполнить сам. Поднимался на высоту в свои 72 года. Там, и так бодрячком сделать там десяток дублей. Показал группе, показал молодым, что еще есть порох в пороховницах. То, что мы сейчас снимаем, я еще не видел ни в советских фильмах, и даже в зарубежных фильмах. Это новый пласт открыт, в принципе. Здесь столько атмосферы, столько придумано всего, что свой мир создан. Это вот самое главное, за что я все время переживал. Но сейчас я уже, как бы, глядя на то, что есть, я уже за это не переживаю, потому что мир воссоздан. Мы счастливые люди, что попали на этот проект. Ты счастлив? Ты glücklich, dass du zu diesem Projekt kommen bist? Ja, конечно.